الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Господин Дидат, верите ли вы в Святого Духа? А если нет, то почему? Видите ли, концепция Святого Духа в христианстве заключается в том, что это одно из трех. Когда христиане говорят «Отец Бог», «Сын Бог» и «Святой Дух Бог», но при этом утверждают «Нет трех богов, есть только один Бог». В своем катехизисе он продолжает «Отец Всемогущий, Сын Всемогущий, Святой Дух Всемогущий, но нет трех всемогущих, а есть только один Всемогущий». Свегард продолжает дальше, это ваши же вопросы и ответы. Отец – личность, Сын – личность и Святой Дух – личность. Это то, что Свегард говорит в своей книге. Личность, личность, личность. Но нет трех личностей, есть лишь одна личность. Я спрашиваю, на каком языке вы разговариваете? Я спрашиваю, это английский? Клянусь Богом, это тарабарщина, а не английский язык. Вы твердите личность, 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 но не три личности, а одна личность. Коллега Свегард, я же хочу привести пример. Давайте представим, что вы с двумя вашими братьями являетесь одинаковой тройней. И мы не можем сделать различия между вами троими. Все трое одинаковы. Нет такого различия. Нет никакого различия. Если один из вас совершит убийство, может ли быть казнен другой? Вы скажете, нет. Я спрашиваю, почему нет? Вы скажете мне, что это другая личность. Да, верно. А что его отличает? Его личность. Итак, относительно отца, когда вы произносите слова, то хотите вы того или нет. То есть, когда вы говорите «отец», то в вашем воображении возникают определенные образы в виде старого Деда Мороза, который в миллионы и в миллион раз больше человека, но выглядящий как человек, сидящий на какой-то планете, развесив свои ноги вниз. Это и есть ваше представление любящего Отца Небесного. Когда же вы говорите «Бог Сын», я спрашиваю, кого вы начинаете представлять? Вы представляете прекрасного молодого человека, блондина с голубыми глазами, с прекрасными чертами. Нечто из того, что вам известно из фильма «Король королей», «Иисус из Назарета», где главную роль Иисуса играет Джеффри Хантер. Да, прекрасный молодой человек, блондин с голубыми глазами, красивой бородкой и не имеющий горбатого носа. Вам на ум не приходит Шейлок из Шекспира? Нет. Вы представляете себе кого-нибудь типа англичанина, нордийца или немца с прямым носом. Это сын. А что касается Святого Духа, то это нечто темное, которое явилось, когда Иисус крестил Иоанна Крестителя, или что-то, что явилось как пламя огня на большом побережье. Картина не очень понятная, но она все же имеется. У вас три абсолютно разных образа. И как бы вы ни старались, у вас не получится совместить все три образа в один образ в своем воображении. Но когда я спрашиваю вас, сколько образов у вас в голове, вы отвечаете «один», и вы врете мне. Братья и сестры, вы врете мне.